you stay me over till another Это вы. Приветствую. В моем хранилище. Я хранитель. Хранитель историй. Истории о любви и злобе, жадности и красоте, жизни и смерти. Таких историй, как эта. Я здесь, чтобы записать то, что вы расскажете. Эта история еще не дописана, и ваши действия определят ее финал. Вам решать, будут ли жить те, с кем вы столкнетесь, или же их жизни угаснут. Безвременно. Мы принимаем решения, руководствуясь своим моральным компасом. И с этими решениями мы живем или умираем из-за них. Но не стоит бояться смерти, она ведь неизбежна. Такова плата за прожитую жизнь. Рано или поздно ее отдает каждый. Но никому не хочется платить раньше срока, правда? Как и в жизни, у действий будут последствия. Ваш выбор непременно будет влиять на других. Я буду наблюдать за вашими успехами. Не вмешиваться нет, но если попросите, смогу давать вам подсказки. Первую дарю. В этом мире есть картины, которые покажут вам возможное будущее. Сумейте найти и изучить их, и они помогут вам принять лучшее решение. Или точнее, решение, которое приведет к нужному вам результату. Я прощаюсь, но скоро мы встретимся снова. У нас будет возможность обсудить ваши выдающиеся достижения или ошибки, которые вы совершите.
Ну все, дружище, давай-ка возвращаться на корабль. Оу, стоп, машина. Чё? У красавчика Чарли появилось тут еще одно небольшое дельце. Умею ли я? Эй, дай четвертак. Зачем? Хочу узнать будущее. Поехали. Рассказывай, что меня ждет. 你对这些牌有疑问吗? Когда мне повезет по-крупному, чтобы прямо роскошь и богатство? Ну, на рыбу похоже. Что? Это как? Что это значит? Это как понимать? Какого черта, а? Отойди. Дай мне попробовать. Да ну. А силёнок хватит? Драки? А то. Дай четвертак. Тогда открою счет. Сейчас попробую. Have a nice day. Эй, Чак, нам на корабль пора, а то окажемся за бортом. Погоди, хочу еще один вопрос задать. Слушай, нам правда пора. Во второй грузи! В трюм номер два!
за хрень? Чарли, как отдыхается? Да выпустите меня отсюда! Что там творится? Вроде самолет и выстрелы. Я тоже. Я еще видел труп. Что? В лазарете. Что-то не так. Давай выбираться. Безумие. Господи, еще покой. А, да ладно, Бакли. Я недавно видел его в столовой. Он был здоров, как бык. Эй, Чак. Видишь там пацана? Нет. Ты в порядке? Чарли, иди сюда! Повтори, сообщение ваши координаты. Ну давай же.
давай же, черт возьми! Это что за хрень? Нет, 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 нет.